Всем привет, дорогие друзья! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Клэйн, Сайнтифай и Толя Следователи. Сегодня сука, у нас долгожданные ваши ребята любимые пряночки в Гарри Смуде. Гусики народ, привет! Так, сегодня у нас вот такой вот роскошный, красивый дом у пляжика. И сегодня, собственно говоря, у нас здесь и начнутся наши, конечно же, прятки. Ну что ж, друзья, приятного всем просмотра, приятного аппетита. Ну а мы погнали. Ну что ж, друзья, у нас первый раунд. Мы с Толей играем, конечно же, за команду, которая обязана спрятаться. И на все про все у нас есть 20 секунд. Толя, погнали. Выходи, ну. А какой предмет? Вот, Толь, давай вот это. Нет, стой, у меня есть идеи получше. Погнали со мной, погнали, быстрее. Давай, быстрее. 9 секунд осталось, надо быстрее думать. Во, вот это. Так. И что? Да ладно, да, нет, это Олег, идеально, вот. Это, я говорю, это вас идеально эти так. 9 секунд. Толь, нажми, пожалуйста, на Е один разочек. Вот на Е. Нажал. А ты где? Вот я рядом с тобой, по-моему. А, не, вот верните, вы превратись обратно в тот предмет. Да-да-да-да. Давай, Толя, я верю, что у тебя получится. Чё? Он убежал от меня. Чё, реально не получилось? Нет. Опачки. Ну тогда стоим так, как уже стоим. По-другому. Давай, знаешь, как? Стой так, а я вот так они вот сяду. Они тут были. Где? Нас нигде не где? Было. Нас нигде не было. Блин, здесь угол обзора такой непонятный какой-то. Пацаны, так, нас верите. Нигде не было, понимаете? Вы что там? Вы? А что вы с улицы-то все ушли-то? Можно орём, поинтересоваться Олег, вообще? Орём. Ну так ори. Так, спокойно. Ну так давайте, ищите, пацаны, давай. Ори. Ну так, а зачем? Подожди. Только! Толя, беги! Толя, нет, так, стоп, значит, Олег здесь рядом. Не-не-не, я со второго этажа все видел вообще-то. Я все видел. Со второго этажа, пацаны, отвечаю. Обманывает. Да я в смысле, я отвечаю, я все видел со второго этажа. Нет, ни в коем случае. Я не буду вас. Вот он, ботиночек, он убегает. Беги! Быстрее. Олег, я тебя сейчас застрелю. Не-н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 е-
Да ладно, он такой везучий, что ли? Да, он? Я убежал, пацаны, все, до свидания, до свидания. Все, пацаны, ну не найдете вы меня, ну-ка, ну чё вы там бегаете-то, Олег, ищете? Это просто гениальная нычка, серьезно тебе говорю. Так на лаке, Мансюр. Я ёбаный гений. Олег, привет. Беги, ёбаный гений, беги! Тихо! Беги, беги! А вот здесь! Ой! Не-н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 е
человек! Он верит, стой! Нет! Нет, в смысле? Прыгай! Куда? Да блин! Да ладно! Да ладно, Паша, каким образом ты словил меня? Я просто кейсер, так сказать, от бога. Олег, у тебя есть, как говорится, нюх на всех вот этих ты вот думаешь? Ты так считаешь, мы мыли сегодня, меня. Ничего не будет. Слушай, ну я вообще слышал, как только начался раунд, я слышал, где-то разбилось окно. И вот мне ты просто разбил. Интересно. Олег, ты ничего не слышал, Олег. А что ты такое говоришь? Так, вот здесь разбито окно. Так, так, так. Ну здесь вроде бы никого. Так, надо проверять. Точно никого. Надо проверять. Смотри, Толь, Опачки, погоди-ка секундочку. А, вот он, лови его! Олег, сложно, давай попасть? Да поймай! Да давай уже! Перезарядка! А, никак, никак! Да! Вот так. Маленькая карта, маленькая. Карта нормальная. Паша должен быть где-то рядом. Паша где-то должен быть поблизости. Проверяем. Смотри, только прежде чем ударить по предмету. Вообще, мне так бассейн нравится. Ага, значит он где-то... Ага, понятно, понятно, понятно. Значит он где-то... Но он не может быть в бассейне, это прям 100%. Это точно. Потому что эти объекты, они не держатся на плаву. Значит, где-то он неподалеку. Значит, где-то... Все на полу держится. Ничего не держится на полу, Андрей. На полу держится только одно, Андрей. И мы все знаем, что это такое. Это я. Но вы не знаете, что это такое. Ну, это-то да, это-то конечно. Смотри, Толь, надо, короче, подходить к предметам и вот так вот их двигать. Если предмет не двигается, то значит, это Паша. Если предмет двигается, то значит, это не Паша. Да, Олег, да ты уже не найдешь его. Я Пашу вижу, он так хорошо спрятался. Прям вообще идеально, да? Тебе вообще будет нереально его найти. Ну, ты вот прям так считаешь, да? Ты вот прям... Олег, просто удачи, увидимся через 2,5 минуты. Просто тут куст этот стоял? По-моему, этого куста здесь не было никогда. Олег, да кусты, это все, что смотришь, это бесполезно. Олег, никакие кусты, ничего там. Блин, 75 хп уже. Так, ладно, ладно. Мне тоже. 70 хп. Так, бассейн такой классный, вообще не могу. Да что за... Как? Я не понимаю, как, где, куда...
Где? Блин. Сколько у них хп, Андрей? У меня 40 уже осталось. 35. 30 хп. Так, может быть, он где-то... Ага, может быть, он где-то... Ну ладно, я не у бассейна. Ну это-то понятно, что ты не в бассейне-то сидишь. Я вот думаю, может быть... Ну он где-то видит нас. Он каким-то образом понимает... Ну-ка, я сейчас посмотрю с Пашиной стороны. Ну не, вас не особо видно. Не, ну я видел. А вот вижу, он в гараже бегает. Да, в гараже бегает. В смысле, как ты... Чего? Глупый. Как он это видит вообще? Сколько у нас 2 минуты осталось? Вы что, издеваетесь? Так, я вот в гараже. Сука! Ай, хорош! Ай, хорошо! А каким образом ты отсюда бассейн вообще видел? Ну чё, Паш, мы с тобой опять хантер. Толя, у меня есть тактика. За базар раскидаем сейчас. Не-н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 е
забей! Толя, забей на меня! У меня очень плохой план! За то, что он Пашу убил? У меня прям очень плохой план. Сейчас Толя будет просто... У меня прям очень плохой план, Толя! У меня тоже не особо. Так, подожди, где... Ну где Толя? Где, давай, где-то. Толя, хватит, хватит смелости рассказать где-то. Давай, мы сейчас за Пашу будем мстить. Тихо. Ой, они что-то там делать не очень хорошие. Нет. Да я тут пытаюсь выжить вообще еле-еле-еле как вообще. Так, подожди, здесь чисто... перевернуто, здесь MacBook перевернуто. Апельсин. Почему у меня ХП почти нет, я понять не могу. Что, а потому что чем меньше у тебя предмет, тем меньше у тебя ХП. Опачки! Хороший предмет у меня. Блин, это будильник. Часы! А где кто-то бегает? На прикроватной тумбочке у меня часы. Я слышал, кто-то бегает. Толя, ты где? Точнее, у меня, я где-то... Прям сказать, ну ты можешь написать в чате где-то, я смогу подойти к тебе, понимаешь? В чатик, да. Сможешь ко мне Толик. Подойти, потому что они по мне бегают. В смысле, по тебе бегают? Часы по тебе? Не, у меня вроде бы все хорошо. Ну вот на данный момент. В комнате никого, чисто, чисто. Так, так спокойно. Я туалет смыл. Зачем ты смыл туалет? Стой, вот кто сейчас на кухне обратно. Стоит? Вот посмотрите на кухню, вот посмотрите на кухню внимательно, на кухню. На кухню ну, посмотрите внимательно. Ну вот и посмотри, как тебе нравится кухня? Красивая кухня, да? Интересная такая, да? Не очень, не очень, говно. Да, да кто? Знаю. Да никто никого не разводит! В смысле? Пацаны! Эй, в смысле? Какой развод? Про какой развод вообще идет речь? Вы чего? Толя, ну, напиши, пожалуйста. Только, да. Толя, напиши, пожалуйста, в чате, так, где окей. Ты. Дверей просто со столов. На Ю. На... Ага. Да ты гонишь! Да ну ко! Да идеальная женечка была! Ну что такое? Ой, не найдете нас вообще никогда в жизни, ребята. Да что ты говоришь? Конечно, конечно. Да что ты говоришь? Ну да, я знаю, где они. Я только что в виде, вот прямо перед собой, что-то промелькнуло. И где? И куда? Опа! Опачки! А кто это? Это кто-то таунты включает, а? Олег, успокойся, Олег. Никаких таунтов. Вы, кстати, реально можете нет. давать подсказки через F2 или F3, по-моему. Хорошо. Вот я пытаюсь дать, но мне не дает сказать. А в смысле не дает? Ничего. Ну-ка. Олег, тяжело, да, найти, скажи сразу. Конечно, тяжело. Конечно, тяжело. На F3, да? Да, ну там что-то типа из этого, да. Нажми на либо на F2, либо на F3. Ага, так, F2, это я уже проверял. Команду, ты меня развести хотел? Нет, в смысле, нет. Кто кого хотел развести? В смысле? Не понял. Никто никого не хотел развести. Никто тут вообще никого Олег, не развел. Мне так отсюда хорошо гараж видно, я тебе вот правду говорю. Так, отсюда... Ага, значит, ты где-то на улице, да, стоишь? Да не, Олег, можно из дома гараж видеть. Зачем нам? Слушай, как ты из дома увидишь гараж? Ребят, а вот просто подумай, я могу пожелать вам удачи. Андрей так спрятался, что просто вообще... Вы что, троллите, что ли? Да ну, но не может почему быть такого. Почему я покричать не могу? Я нажимаю F3, почему не... Значит, F2. О! Я кого-то слышу! Олег, ну ты не можешь найти, Олег, ты не можешь найти. Олег, ты слабый. Да. Тихо. Это от кого звук? От меня или от... По-моему, на втором этаже. Да. На втором этаже где-то. Так. Пацаны, вообще... Тихо. Где-то... Вот он! Вот, туалетная бумага! Да! Вот так вот. Нормально за туалетную бумагу играть? Прикол в том, что это туалетной бумаги здесь даже не видно. Здесь так отсвечивает сильно, что вообще Андрей, не видно. Андрей, ты бревно, конечно, Андрей, надо я так и думал. Надо прятаться. В смысле бревно? В смысле бревно? Я не понял. Андрюша бревно явно. Олег, Андрей сегодня деревянный какой-то, я не знаю. Так. Так. На крышу смотри, залез, дурачок. Я вижу. Вот это либо вот один из тех он. Так, погоди, деревянный, значит, да?
Деревянный, значит, да, где-то? Слезли с крыши, сука. Да погоди, погоди. Крыша слез, Олег, будь мужиком. Хорошо, слез, и чего? Ну и все, не зарезай. Обратно теперь зарезай. Они... Ой, Андрей, подожди. Я не знаю, успели я перемонтить, они меня не... Да, это вообще не видно. Заметят, подожди. Пацаны, я все, конечно, понимаю, но типа... Они слишком близко. Опачки. Опачки. Да ну не. Так, кто? Я вообще ничего не вижу. Я не понимаю, где он. Это самое главное, что я ничего не вижу. Я вообще даже не могу понять, где. Главное, что мы с Андреем вас прекрасно видим. А подсказки вообще еще какие-нибудь будут там? Да я пытаюсь F3 нажать. Знаешь, что? Ты в доме или на улице? Вот я подсказки даю. Ты в доме или на улице, Андрей? Я на улице, На улице? Да он прям где-то же здесь. Да ну быть такого не может. Тихо-тихо, я им подсказки даю. Иди где-то тут, что ли? Они тебя не найдут, они тебя не найдут. Да чё за... Куда? Вон он. Ах ты какой! Нифига себе! Я даже не знал, что туда зайти можно. Нормально вообще. Так, Толя, 15 секунд осталось. Куда ещё? Вот это. Ну что-то вот из этого. Нет, я хочу другое. Во, вот это хочу. Во, идеально, смотри. Слушай, давай так же. Стой. Ла перфекто. Все, Толь, вот так вот. Отлично, да. Все идеально. Все, Толя, стоим вот так вот и вообще не двигаемся. Олег, мне кажется, это палево, знаешь. Да нет, да нет. Разве? Думаешь, что это прям вообще палево? Мне кажется, да. Ну ладно, сейчас посмотрим. Если посмотрят. Да по-моему, все окей. Если гараж уберем. Знаешь, почему это палево? Потому что в этом доме живут трое, типа, судя по спальням. Ну да. Согласен, есть. Они полотенца какие-нибудь. Ну да! Мы полотенца, все верно, пацаны, размышляете. Труханы. Ну да, туалетную бумагу еще не забудьте проверить на втором этаже, пожалуйста. О, все, я понял, они в туалете, значит. Да, давай. Проверяй. Раз рулон, два рулона. Два рулона, три рулона. Ну давай. Нет, а их тут нет, Паша. Где же мне их найти? Зачем? А, это тостер, нет. А кто в ванну тостер бросил? Какой тостер в ванну? Какую ванну? Там, Паша, в ванной тостер бежит. Я еще не понимаю, что он орёт, я его не вижу. Я не знаю, что он орёт. Я его не вижу нигде. Они там ломают всё? Да я ломаю. Никто ничего не должен вообще... Олег просто всё снёс. Я не вижу, где? Где кто? Короче, они где-то на кухне, судя по всему. Опа! Стоп, я кого-то видел. Тикай! Это бургер, это бургер. Тикай из города, тикай! Вон, я вижу, он. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Как стрёмно-то! Как стыдно! Не стреляй! Мансуй! Тихо! Не вижу его. Это жестко, пацаны! Это очень жестко! Нормально. А куда вы зашли? В какую комнатку вы там зашли? Под кровать? Зачем ты под кровать смотришь? Там нету никого? Зачем ты стреляешь под нее? Зайдите в какую-нибудь комнату. Да там никого в этой комнате нет. Ну что вы там? То ли нас в окна палят, то ли... Это кто такой? Такая тишина сразу, глядя. Никто, Андрюша. Откуда он меня видит? Да никто не видит. И Пашу я тоже не вижу. Какая тварь. Все прекрасно, все хорошо. Толя, ты по-прежнему на той позиции? Да. Отлично. Я думал, Толя умер уже. Не, ну в принципе, Андрей, вот проверь еще раз под кроватью, там, где ты проверял. Да, ну проверь просто под кроватью. Я не могу ниже голову опустить. И Паша тоже проверь под кроватью. А что там под кроватью? Там очень... Сука, я видел, вот он убегает. Тихо. Сука. Все, ушел. Ушел. Олег, крыса, тварюга. Ушел. Пацаны, все. Олег, куда ушел? Его здесь нет. Где они? Да все, да какая... Ой. Здесь меня это не спалит сейчас. Тихо. Я никого вообще не вижу. Что? Они все вдвоем. У дома. Где ты? Пацаны, вы где? Во дворе у дома моего гуляют два бургера. Вы сейчас по мне стреляли или нет? Не по тебе. Кто-то рядом? Пацаны. Оп. У нас проблемы. Оп.
делаю. А, я сдох. Отлично! Ай, хорошо! А, неплохо! Он меня убил! А почему Хантер Свин? Почему Хантер Свин, если я остался в живых? Какого? Все какие вопросы. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия по пряткам Карисмоди подошла к концу. Я надеюсь, то, что она вам понравилась. Вы, как всегда, влепили свой царский драгоценный лайкусик и подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Энди Фай, Клинси, Толя Следователь. Всем до скорой встречи и всем пока-пока! Всем пока-пока! Бакусики F9.